Оперативниками Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность участников организованной группы. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно было установлено, что злоумышленники искали на сайтах знакомств состоятельных мужчин, которые были готовы к романтическим свиданиям. От имени девушек они предлагали встретиться в определенных ресторанах, которые находились под контролем мошенников. Аферистки, среди которых были несовершеннолетние, приезжали на свидание на автомобилях премиум-класса и демонстрировали привычки к роскошной жизни. При этом они склоняли кавалеров к заказу дорогостоящих блюд и напитков. В результате стоимость ужина составляла десятки, а порой и сотни тысяч рублей – Вскоре под благовидным предлогом мошенницы покидали заведение, вынуждая мужчин оплачивать счета. На тех, кто отказывался платить, оказывало давление службы безопасности. По имеющейся информации, на уловке мошенников ежедневно попадались до 25 человек. Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали участников криминальной схемы. Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предполагаемые участники криминальной схемы привлекаются к ответственности. Процессуальный статус каждого будет определен по итогам разбирательства. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех пострадавших от противоправной деятельности.